Жмякай в колокол, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем привет, с вами Серега Отвертка, и сегодня мы сделаем вот такой вот артефакт, сталкерский болт. Для этого нам потребуется абсолютно любой болт. Также вот такая вот распаечная коробка 50x50. Батарейка-таблетка с клип-содержателем, небольшой переключатель и какие-нибудь светодиоды. Ну, со светодиодами мы уже потом что-нибудь придумаем. Ну, а пока нам необходимо отлить болт из эпоксидной смолы. Для этого необходимо сделать его формочку. Я взял вот такой вот обрезок от корпуса дезодоранта. Сюда мы зальем силикон, поместим наш болт, а потом все это уже будем заливать эпоксидной смолой. Все абсолютно то же самое, как мы делали с кольцами, сверлом и ручками для двери. Силикон я все так же использую полипласт. Давайте его замешаем, зальем формочку и поместим сюда болт. Силикон у нас полностью застыл, теперь необходимо разрезать эту форму и вытащить болт. Так, вот такая у нас в итоге получилась формочка для болта. Теперь мы сюда замешаем и зальем эпоксидную смолу. Замешиваем эпоксидную смолу. Я что-то намешал целый стакан, хотя ладно, еще куда-нибудь зальем. Так, и конечно же нам ее будет необходимо подкрасить. В качестве красителя я буду использовать оранжевый и красный колер. То есть часть смолы мы сейчас перельем в другой стаканчик и подкрасим его оранжевым. В принципе, можно перемешивать той же самой вилкой, тут особо ничего страшного, все равно они у нас потом все смешаются. Нижняя часть болта, а вверху находится шляпка. Где находится шляпка, я постараюсь сделать, чтобы она была как бы такой немного раскаленной, что ли, поэтому мы сначала зальем красный, а потом оранжевый. Наша эпоксидная смола уже должна была полностью застыть. Так, давайте снимем опалубку и посмотрим, что же у нас получилось-то. Так, теперь главное как-нибудь его постараться отсюда вытащить. Так, вот такой вот у нас получился болт, и как по мне, вроде бы даже очень неплохо. То есть вот здесь у нас немного оранжевый, а дальше он идет красный. Здесь мы просверлим небольшое отверстие и вставим сюда красный светодиод из светодиодной ленты. Что касается самой распаечной коробки, вот здесь вот мы вырежем отверстие, чтобы вставить сюда переключатель. Саму коробку я, наверное, покрашу в черный цвет еще. И также здесь сделаем вывод под светодиод. Да, но болт у нас, конечно, сейчас выглядит вообще нереалистично, поэтому мы его немного затемним, сделав смывку черной краской. Для этого наносим акриловую краску на болт и потом все это стираем с помощью тряпки. И все, что у нас остается, то остается. И такое получается небольшое затемнение. Дальше все это покроем лаком и будем уже заниматься нашей подставкой. Распаечная коробка у нас окрашена, сюда мы вставляем переключатель. Так, мы его также здесь приклеим на суперклей. Что касается самого болта, я его сверху покрыл лаком. Вставляем провода вот в это отверстие как раз таки. И приклеиваем сам болт, ну, не знаю даже как, ну, давайте примерно вот таким вот образом. Да, то есть мы его здесь сейчас приклеим на суперклей. Внутри спаяем всю электронику и, в принципе, все будет готово. Спаиваем всю электронику и герметизируем контакты термоклеем. В принципе, тут особо ничего сложного нету, то есть плюс у нас идет через кнопку и на батарейку, а минус сразу на батарейку. Нажимаем переключатель и у нас загорается светодиод. Уже теперь можно вставить нижнюю крышку, в принципе, нам здесь больше ничего делать не нужно. Все это прекрасно защелкивается и получается вот такая вот конструкция. Да, теперь осталось только сделать землю и все будет готово. Замешал тут, значит, немного эпоксидной смолы, нам нужно совсем чуть-чуть, примерно граммов 10. Так, вот, собственно, наша чай из пакетиков, который уже высох. Мы его сюда чуть-чуть добавляем. Замешиваем до вот такой вот густой массы и наносим на наше основание. И потом сверху это все еще, конечно же, немного подкрасим.
Эпоксидная смола полностью застыла, и получился у нас вот такой вот монумент. Снизу у нас находится крышка, поэтому вся электроника располагается внутри. Ну и самый, конечно, главный момент. Включаем, и вот так вот это все светится. Ну а если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Серега Отвертка. Всем пока!